их саживаем, смотрим, получится, не получится. Если получится, то мы их оставляем. На животе, видите, вот пятно у хомяка. Это железа. Потихонечку она нюхает. Главное, чтобы не дрались. Так, тихо, нельзя так делать. И они сразу моментально побежали складываться в капюшон. И я тогда боюсь брать животных, когда я с микрофоном, чтобы животные эти провода не перегрызли. Всем Изи привет, вы на канале Алиса Изи Пэтс. Меня зовут Изи Роза, и у нас ужин. Куки ужинает. Вы все переживаете, думаете, когда же у нас будет хомячата? Мы тоже переживаем, потому что понять не можем, почему у нас всегда все получалось. И сирийских хомяков хомячата получались, и у хомяков даже Кэм была. У нас хомячата получились, а джунгарики вот у нас вот что-то у нас не случается. У них свадьба. Не получается. Ну и сегодня очередной день, когда мы их саживаем. Короче, мы каждый день их саживаем, смотрим, получится, не получится. Если получится, то мы их оставляем на свидание на час. Если не получится, то по-быстрому рассаживаем. Но пока не получилось, поэтому сейчас они поужинают. Куки прям с миски берет, тут же жует. А Кнопа все время набивает щеки, как обычно. Она у нас в спешке все сметает на своем пути. И мне тут дали совет, вы знаете, вот когда хорошо, когда вот есть у нас один большой разум, общечеловеческий, где-то кто-то знает какую-то информацию хорошую и делится с другими. И вот пришла кому-то мысль, мне сказали, что Кнопа, скорее всего, не хочет дружить с Куки, потому что она боится, что Куки отберет у нее еду, и она свою еду охраняет, или домик охраняет. Короче, Кнопа охраняет что-то свое. Она переживает за свое имущество и поэтому не пускает Куки. Я как бы не додумалась до этого, потому что там все, что стояло, вот помните, мы их запускали, там стояли все новые кормушки, все новые домики. И просто получается, даже любую еду она воспринимает, как будто это ее. Вся вокруг еда, это только Кнопина должна быть. Больше никому она достаться не должна. Хомяк, который вечно голодный. И мы решили, что мы вымоем полностью аквариум, чтобы не было никакого запаха, ничего. У нас это такое посадочное место, куда сажают всех животных по очереди, когда у них убирают. Короче, мы вымыли полностью аквариум, заменили полностью на новые опилки. Там получается запах только опилок, никакого хомячиного там, или мышиного запаха нет. И будем хомячков после ужина саживать в этом аквариуме и посмотрим, что у нас получится. Кто-то мне еще писал, спасибо за ваш комментарий, что джунгарские хомяки вроде бы сводятся намного сложнее, чем сирийские или чем хомяки Кэмпбелла. Нет, ну просто, что джунгарские хомяки, свести их намного сложнее, что девочки более переборчивые. Еще помню, такие смешные комментарии были. Кнопа у нас феминистка, и она против детей, child free. Ну, конечно, произношение у меня английского, сами понимаете, да? Поэтому приколов много на эту тему было. Классные комментарии. Я стараюсь ваши комментарии в видео вставлять. Поэтому, кто хочет попасть в видео, ребят, из чата на премьере, в видео вы не попадете. Вы можете только попасть, если вы напишете под самим видео комментарий. Поэтому я знаю, много желающих есть. И мы все время, каждое видео стараемся кого-то таким образом, чтобы привет передать. Куки уже поел. Надо посмотреть, что там у Кнопочки. И, наверное, будем высаживать. Подпишись, даже если у тебя лапки. Кнопа продолжает переносить еду в дом. Сколько бы ни было, ее нужно все перенести. Я смотрю, что у нее столовая на втором этаже в домике. Сидит, кушает. Ну что, наверное, мы сначала пересадим Куки, чтобы пахло только им. Чтобы это была как бы типа его территория. Куки, выходи, малыш. Выходи сюда, мой хороший. Выходи, иди сюда. Смотри, я у тебя пришла в гости. Я у тебя тут копаюсь. Давай, выходи. А он поужинал и пошел. Мы сейчас уезжали за город. Травы нарвать обычно, как обычно животным. И уже стемнело, пока мы ездили. И получается, мы приходим домой, и все хомяки вышли. И хомяки, и крысы, и мыши все повыходили, все тарахтят. И только свинки
начинают пищать, когда мы приходим, шуршим пакетами, потому что знают, что мы траву привезли. Куки, выходи. Кнопа пошла относить очередную порцию еды. Я тут пытаюсь выманить Куки. И Кнопа пришла, опа, а миски нет. Мы, короче, миску убрали. Думаем, ну, пока она тут будет перебирать, мы ее не сможем забрать. Ну, что вы думаете? Кнопа у нас девушка хозяйственная. Она за углом, за кормушкой нашла себе семечку. Очень большую. Пытается теперь ее запихнуть себе за щеку. А Куки ушел. Он поужинал, как порядочный, пошел спать. Я его пытаюсь выманить. Говорю, Куки, выходи, я тебе вкусняху дам. А он говорит, давай вкусняху, мне в домик, а я выходить я не хочу. Придется мне его чем-то выманивать. А мы поняли, что нашла Кнопочка, она нашла большую тыквенную семечку, которая валялась за кормушкой. И она ее сейчас по-тихому счищает, получается, и ест. Вкусная семечка очень. Вот я хочу на семечку еще Куки выманить. Она наминает щеки. Ой, какие нравятся. Какие нравятся. Она сначала ее чистила, а потом уже подчистила, чуть-чуть и есть стала. Так вкусно смотреть, как хомяк ест, аж самому есть хочется. Вы любите жареные тыквенные семечки? Кто любит, ставьте лайк этому видео. Смотрите, я Куки тоже семечку дала. Он тоже вышел. Вот я ее чуть-чуть надломила. И он тоже сидит эту семечку сейчас, наверное, чистит. Вкусную семечку. Да, тыквенные семечки хомякам джунгарским тоже можно давать. Просто вы ее даете редко. Если у вас там семечка попалась одна в две недели в корме, это хорошо. А если вы прикармливаете, то давайте одну раз в неделю, или орешек, или семечку. Короче, много жирного, сладкого хомякам нельзя, потому что тыквенные семки, они тоже как бы жирноватые. Я хочу взять Куки, но мне жалко его брать. Я думаю, а вдруг я возьму, а Кнопочка придет, у него семечку отберет. Мы его просто возьмем потихонечку, напугало. Пересадим. Оп, а он даже семечку бросил. Пересадим, чтобы он тут потопал ножками своими, потоптался, пометил территорию своей железой. У них внизу на животе железа же находится, вы же знаете. Потому что у меня много новых подписчиков приходит. И каждый раз один и тот же вопрос. А что у моего хомяка на пузе? Ребят, если вы своего хомяка не рассматривали, давайте рассмотрим нашего. Я его уже, конечно, выпустила. Смотрите, на животе, видите, вот пятно у хомяка. Это железа. Это нормально. Вот тут посредине. Это так и должно быть. Не пугайтесь. Она должна быть у каждого джунгарского хомяка. И у мальчика, и у девочки. Просто это такая штучка, в которой выделяется секрет, так называется. И этот секрет потом помогает хомячкам метить свою территорию. Но если рядом с хомячком-мальчиком находится хомячок-девочка, то секрет выделяется у этого хомячка сильнее, и он сильнее начинает территорию метить. Ну что ж, Куки мы выпустили, а Кнопу, знаете, я сегодня, наверное, не рискну брать без стакана. Ты походи, потопай, конечно, пометь свою территорию. И Кнопа продолжает, что она там уже делает-то? Кнопа доела семечку, она села умываться. Я положу ей стаканчик. Ой, она прям на стакан бросилась. Знаете, у них как-то заразно, наверное. Она от псеши, наверное, заразилась. Ну что ж такое делать-то? Кнопуся, залезай в стакан. А то я тебя знаю, у тебя периодами бывает. Ну что, ребят, это загинаем пальцы, как это сказать, складываем пальцы, чтобы у нас получилось, потому что уже сколько дней Куки уже ее просто пробуют из стакана. Зовет? Нет, похоже, сегодня тоже опять нет. Нет? Нет, она от него убегает по кругу. Если бы все было хорошо, наверное, она бы не убегала. Вы знаете, сегодня хоть не лупит. А нет, все лупит, уже лупит. Пощечину надавала. И опять. А он аж укакался, бедолага. Да? Нет, не хочет. Хотя она вот его нюхать стала. Потихонечку она нюхает. Главное, чтобы не дрались. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Ай-ай-ай-ай-ай-ай. Кнопка, бешеное животное. Так, тихо, нельзя так делать. Все, она залезла в стакан. Ребят, сегодня то же самое. Даже писк поднялся. Фух. Кукуся, кукуся, моя маленькая зайка. Покажи мне, ты целый? Покажи, все хорошо у тебя? Мой зайчик маленький, ты мой хороший. Ну-ка, садись сюда. Садись, я тебе еще вкусняшечку какую-нибудь дам. Расстроили хомяка. Кнопе тоже пусть успокоится.
для нее встреча с мальчиком тоже стресс-кукусик. Иди смотри, я тебе семок вкусных насыплю. Иди сюда. А, он пошел семечку тыквенную доедать. Короче, успокоится едой. Куки пойдет доесть семечку тыквенную. Кнопка пойдет корм свой дособирает. Ну, опять сегодня у нас ничего не получилось. Как вы говорите, вот там садите на неделю, пусть они... Да поубивают они через неделю, тут 2 секунды уже драка завязалась. И, знаете, наверное, пойдемте я вам крыс еще сегодня покажу, потому что крысы очень сильно просились погулять. Мы пришли, прямо они стоят, и Лариса вытягивает лапу из контейнера, дают даже лапу свою пожать. Погуляем с крысками сегодня. А вот они, наши крыски, и они сейчас спустились на первый этаж, потому что у нас время ужина. Даринка поднялась наверх на второй этаж. Она думала, что здесь есть второй этаж, и гамака его здесь нету, и она засуетилась и побежала опять вниз. В домик прячется. И по очереди 2 носа высовываются, а Алиска переодевается в другую кофту, в которой будет гулять с крысами. Мне сейчас тоже у нас вечернее время, время кормления всех животных. Свинки пищат, и крысы тоже не сообразили, что сейчас время кормления. Нам нужно будет им корм досыпать и дать вкусняшек всяких. Сочки, мяско, да, крысюли? Ну что, девчонки, пойдем гулять? Пасочку снимаем? Да, снимаем. А что вы там наскладывали? Яблочко сложили. Пойдемте гулять. Ларисуля, Ларисуля, красивая крысуля. Всем привет! Сегодня буду гулять с крысюльками. Даша, Даша, иди сюда, моя маленькая крыша. И они сразу моментально побежали складываться в капюшон. Очень классно, прикольно гулять с крысами, когда есть капюшон в кофте или рукава широкие. У меня крысы, Алиски щекотно, потому что крысы обнимаются хвостами. У меня в кофте тоже, я дома хожу в кофте с капюшоном. Но у меня рукава широкие, и крысы складываются сразу, мне залазят под кофту, под мышку складываются. А у Лиски сейчас сложились в капюшон, и будут по очереди эти 2 морды выглядывать. С Ларисой прикольнее гулять, потому что Лариса смелая крыса. Ларис, выходи. Выходи, моя шебутная крысюля, выходи. Выходи, я знаю, ты смелая девочка. Давай. Ну, что ты, малыш? Ну вот второй малыш сидит. Напугались девчонки. Девчонки испугались, потому что кофта другая. Алиса эту кофту вообще уже давно не одевала. И похоже, что она, ну, вообще не пахнет Алисой, эта кофта. Видимо, постиранная просто лежала. И, короче, крысы сложились, как кенгуру в сумке. И лежат здесь, да? Только Лариса периодически высовывает свой нос из любопытства. Лариса выглядывает, носик высовывает, даже вкусняшки у меня не берет. Уговариваю Алису переодеть кофту, она не хочет категорически. Сняли мы кофту Алисину, уговорили Алису, одела она мою толстовку, ну, кофту, короче, с капюшоном, потому что крысы знают. А Дарина все равно идет на мой голос и залазит у меня, как это, кенгуренка в сумку. Даринка, короче, ага, вот ты знаешь эту кофту, смотри, да? А ну-ка, давай. Где? Вот, она родная кофта. А Лариса пошла шкодничать. Дарина все время, она вот так вот и гуляет у нас. Вот такие у нас сложные, тяжелые прогулки. Она залазит под кофту, под мышку и сидит там. Лариса побежала к папе, потому что папа это ее хозяин, да? Ларисуля. Хотя она тоже всегда не против спрятаться в этот любимый рукав. Короче, смотрите, современные кофты очень даже подходят. Единственное, жалко, если прокомпасируют. Потому что в кофтах, в новых моделях, у них очень широкие рукава. И крысы в эти рукава прячутся и сидят. И в капюшоне всегда мягко. В новых современных кофтах. Да, Лариска? И теплое оно все. И очень удобное, и мягкое. Кто-то говорил, что с крысами ходит в школу, прям вот прям настолько ручные. Другие писали, что девочки-крысы намного сложнее приручаются. Знаете, вот я уже, наверное, склоняюсь к тому, что действительно, может быть, девчонки сложнее приручаются. Привет, Ларисуль. Привет.
И, может быть, мальчики как бы попроще, так же, как и хомяки. Ой, привет, Ларисуль. Мне просто сейчас неудобно. Дело в том, что все видео, чтобы был хороший звук, я снимаю с микрофона. А в микрофоне у нас провода. И я тогда боюсь брать животных, когда я с микрофоном, чтобы животные эти провода не перегрызли. Да, привет, Лариска. А они, когда начинают ко мне бежать, я боюсь, что придет крыса, цапнет, отгрызет провод, и все. И привет микрофону. Так что я тоже очень хочу поиграть с крысюльками. Буду я снимать микрофон, они побегут со мной и тоже посидят. И будем мы с ними гулять. А так они у нас, во-первых, свет яркий, во-вторых, незнакомая обстановка получается. И кофту мы чужую подсунули, новую, постиранную. И как бы и что-то им сегодня не нравится. Короче, не получается у нас. Она у меня под локтем лежит. Облизывает? Да, у Дарины есть привычка, кстати, не только у Дарины, у Ларисы тоже. Алиса у нас очень вкусная, и крысы ее регулярно лижут. Они лижут ей руки, шею, щеки, очень любят полизать Алису. Я не знаю, может, она соленая. Ну, короче, вот такие дела. Ларисуль, пойдем? Пойдем? Пойдем гулять? Пойдем со мной гулять? Ну, на этом мы с вами будем прощаться. Увидимся завтра в 18:00 в новом видео. Ну и не забывайте подписываться на наши инстаграмы. Ссылки на них есть всегда внизу в видео. Там много новых фоточек. Люблю, целую, ваша Алиса и Изи. Всем Изи пока!